Давно его уже на свете нет. Того русоволосого солдата. Письмо плутало 20 с лишним лет, и все-таки дошло до адресата. Размытое годами, как водой, от первой буквы до последней точки метались и подпрыгивали строчки перед глазами женщины седой. И память молчаливая вела по ниточке надорванной тонкой. Она в письме была еще девчонкой, еще мечтой и песенкой была. Он все сейчас в душе разворотил, как будто тихий стон его услышал. Муж закурил и осторожно вышел. И сын куда-то сразу заспешил. И вот она с письмом наедине. Еще в письме он шутит и смеется. Еще он жив. Еще он на войне. Еще надежда есть, что он вернется.